Всем доброго времени, дорогие друзья. Сегодня пройдет стрим и также турнир по потному капу. Сегодня у нас, как я понял, 1/8 уже. 1/8. Так, извините, что у меня в доте сейчас неполадки. Сейчас я это быстренько настрою и исправлю, чтобы меня было постоянно слышно. Такс. На Dota.ru я включил. Задержечка есть. И все готово. Так, ну что, сегодня у нас проходит турнирчик между двумя командами. Команда ДВТ против команды ЛР. Команда ЛР, полное название, как вы можете видеть, с английского, но переводя на русский, это «Возрожденные легенды». Вот. Ну, ДВТ я так и не узнал название команды, но... Если кто-то Google Мастер-переводчик может перевести... Пока вы видите эти команды. Что-то я хотел еще сделать. Да, именно. Сегодня 1/8, да, все правильно я говорю. Это у нас уже 6-й матч идет. Сейчас московское время 8 часов, ну, не считая там пару минуток, так что ничего страшного. Смотрю, у команд довольно-таки быстро идет пик, даже без дополнительного времени. На основном времени пикают, ну вот и банят, соответственно, сейчас. Так, ну давайте начнем тогда с команды Radiant, с команды ДВТ. Видим, что в бан отправился Тимберсоу и Инвокер. В пик себе взяли Сларка и аппараты. Вот, третьим баном забанили Абадона. Команда «Возрожденные легенды», то бишь ЛР, отправляют в бан Алхимика и ОД. Да, сильные герои, ничего не скажешь, правильно, что они их забанили. Ну и в пиксе взяли Crystal Maiden и Вайпера. Ну а сейчас третий бан, это Фурион. Думаю, сейчас ребята уже чуть-чуть медленнее будут идти, но я так думаю, все-таки дополнительное время им всяко понадобится. Ну, баны, да, может быть, там долго на них и не думать, но вот насчет пиков, я думаю, все-таки ребята задумаются, как у них там дела, что как, кого контрить, какая связочка, ну и всякое такое. Так, ну что, на Твиче у нас трансляция запустилась, обновим. И на Dota.ru я тоже обновлю, на Dota 2.ru, если быть точным. Вот, надо обновить, посмотреть. Сейчас я смотрю, там Сол стримит, Хакан, ПГГ транслирует игру. Кстати, насчет ПГГ, у них там была какая-то игра, сейчас вроде ничего нету. А нет, сейчас вот находится в лобби. Ну, ладно, не будем мы отвлекаться насчет этого. Так, что у нас? Давайте вернемся все-таки в нашу игру, а не к ПГГ и остальным трансляторам. Так, ну третьим пиком команды ЛР взяли Dead Prophet и четвертым Nyx Assassin. Вот. Ну а у команды ДВТ Пак и Бэйн. Уже я вот вижу хороший Dreamcoil, ультапарата, Бэйн. Вот Бэйн, вот реально самый бесючий герой. Ну, не самый, а вот один из бесючих героев, потому что и ультимейт, который БКБ пробивает, очень длительный, и у него скилл кастуется, еще сон этот тоже неприятный. Да и второй скилл, который, ладно, там, если бы он отнимал хп, да он еще и себе его пополняет. Ну, это действительно очень неприятно. Во время замеса там еще Бэйна надо попробовать убить. Вот, ну и плюс он там на каком-нибудь керри без БКБ изнет первый скилл и все. Инфейбл. Ну вот. Так, ну что, у команды ЛР они забанили четвертым Дума и пятым Вивера. Хороший бан, ничего не скажешь, все правильно сделали. Ну а команда ДВТ забанили Шторм Спирита и Виномансера. Наш добрый веник. Так, ну что, по последнему пику я не знал, что на самом деле так все будет, но я смотрю, что ребята уже отыгрывали какие-то связки, ну так, предположительно. Возможно, какие-то изменения в пике есть, но все-таки больше я склоняюсь к тому, что ребята быстро пикают из-за того, что уже играли на таком пике, и этот пик все-таки более выигрышный для них. Вот.
Также, ребят, спасибо, что вы там на трансляции меня смотрите. И было бы классно, если бы кто-нибудь, я не знаю, добавился ко мне в друзья. Я приму, в принципе, всех. Вот, и написал, сколько у меня на Dota TV смотрит меня. Ну, если у вас, конечно, билетик есть, это было бы вообще прекрасно. Потому что, я думаю, админ мне этого не скажет. Он там другую игру смотрит. Ну, там, Дуза Гейминг параллельно с нами играла. Точнее, она и сейчас играет там. Да. Так, ну а у нас команда LR пикает себе Бристл Бека. И это Мирана. Это Мирана. Последний пик взяли Мирану себе. И Зелик будет они играть. Ну что, ребят разбирает, команда ДВТ уже всех разобрали. И команда LR. Давайте, ребятки, давайте. Давайте, давайте, профитку осталось только забрать. Я думаю, не надо тут думать, кого брать, тут только профитка осталась. Ну да, пик довольно-таки быстро прошел. За 5 минут пик у нас прошел, а так обычно минут по 15 они пикают, банят. Так, ну я включу сразу же статистику, включу, так, это все отключу. Поставлю свой интерфейс, не знаю, если вам кому-то интересно будет, я поставлю другой интерфейс. Так, ну что, приостановка игры. Ну, ждем, ждем тогда, что... Не знаю, что как. Но я пока скажу, кто на ком играет, пока у нас пауза игры. Но вот уже все отжимают, вроде все возобновили. Так, ну что, Шурик у нас играет на Бенни, Йода играет на Аппарате, Инфернал играет на Паке, Йорд играет на Сларке, Зелик на Миране. 34-й, это у нас уже команда ЛР. 34-й играет на Кристал Мейден, Аквиантик играет на Бристл Бекке, Иммортал играет на Вайпере, Кизил, Кизил, во, будет так правильно, на Нюксе играет. Life Noil Макроскилл играет на Dead Profit. Ну что, ребята тут уже, в принципе, готовы. Ребят, вы уж если смотрите или будете, я почти уверен, смотреть трансляцию, извиняйте, если я ваш ник прочитал неправильно, но я думаю, все правильно, что тут читать. Вроде названия ников такие несложные. Так, ну что, все, крипы пошли, все нормально, Сларк уже на руде, уже готов взять. Что у нас получается? У нас получается пока что Нюкс вместе с Баншой и, возможно, ЦМ-кой, да, ну, скорее всего, ЦМ-кой будет трипла. Соответственно, Бристл Бэк Харт и Вайпер Мид. У команды ДВТ это будет Сларк в харде. Ну, тут все понятно, тут, в принципе... По-другому и никак нельзя было. Пак у нас на миде, и аппарат вместе с Бэйном и Мираной это хард. Ой, хард говорю, это трипла на изи линии. Вот, но, кстати, я думал, Мирана все-таки пойдет на харду, потому что Сларк больше выфармит, ну и плюс фарм ему очень нужен. Мирана все, что из керри может выфармить, это какой-нибудь дизоль, это диффузы, ну, то есть не такие жесткие скиллы. Так, но я думаю, сейчас будет сон. Нет, ребята даже не стали атаковать. И сон! Сон прям под тавером. Нет, ну, приостановка игры. Миран приостанавливает игру. Думаю, сейчас Миран говорит, насколько хороший у нас Бэйн. Так, ну что, бинды сбились у Сларка. Сейчас он себе настроит все. И я думаю, игра возобновится. Секунд 30.
Такс, ну что, у кого билетик, будем надеяться, что, ребят, вам выпадет всякие, я не знаю, мификалы, рарки. Ну, комонки, конечно, не очень хотелось, хотя комонки на турнирах, вообще не, нету разницы на каких-либо это турнирах, они оцениваются, конечно, дорого, это я точно могу говорить. Такс, ну на самом деле, мне кажется, бредовая идея насчет того, что Сларк пошел на хард. Да реально, это, ну это бред. Сларк в хард. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, Сларк кого-то тут и заберет. Например, Профетку, ну и Санасала до этого не даст. Или Цемка. Цемка там 450 здоровья, у нее, я думаю, ничего такого не появится. Минут через 10 будет такой же, в принципе, закуп. Ну, может, ботинок появится. Ну, может, Брейсер появится максимум. Вот, Сларк уже агрессирует. И, кстати, на Сларка опасно, опасно. Вот прыгнул он на Нюкса. 400 хп отнял. Тангусик съел, ну тут Сларк тоже фласку, Тангос все съедает. Но, кстати, на Нюкса уже опасно прыгать, у него второй левел появился, и появились Карапаса, то есть уже опасно. На миду у нас тоже такие стычечки происходят. Ну вот Вайпер вкачал уже две пассивки, что на атаку, что и на броню себе. Да, Паку немного сложнее, Пак пока без сала. Ну, будем надеяться, что он либо на четвертом левеле вкачает... Ну вот я не знаю, Арбун будет качать или все-таки Сало вкачает. Я, наверное, все-таки Сало вкачал. Хотя против Вайпера оно и особо и не нужно. Ну вот, вкачивает все-таки Сало. Сларк тут заходит на... Ох, на Кристал Мейден прыгать будет. Прыгнет, ну и прыгает. Так, хороший прыжок. Первый кастанул. И это ФБ, это ФБ! Сларк забирает у нас Кристал Мейден. Да, неожиданно, что Сларк все-таки харди забрал. Ну, ЦМК сама подставилась, тиммейты ей не помогли, ни Нюкс не подошел с подкопом, вообще ни Банша. Ну, Банша бы, ладно, Банша бы не помогла. Ну, ЦМК, ну, зачем идти вот здесь, если можно зайти за Тавр? Плюс тут Нюкс. Ладно, ничего страшного, третья минута игры. Пока все-таки... Ну, более или менее ровно все идет. Но вот чисто по секрету, я все-таки болею за команду ДВТ. Но об этом ни слова. Так, ну я смотрю, тут у нас Сларк разбушевался, уже второй килл на Нюксе делает. Нюксу, я смотрю, особо не помогает Карапас. Да, и, кстати, насчет того, почему именно за эту команду. Просто эта команда мне больше по душе, ну, больше, как бы сказать... К ним я уже свыкся. То есть в течение всего турнира я более старался именно эту команду транслировать. Еще одну, но они сегодня, к сожалению, не смогли. Да, насчет трансляции согласен. Меня не так много сейчас смотрят. Да, действительно, 8 человек там меня на трансляции смотрят, но у меня в Dota TV побольше смотрят. Я думаю, человек 50 уже набралось. Так, у Сларка 5-й левел, сейчас уже 6-й появится. Тут у нас Пак еще скоро 6-й с Дримкоилом будет. Уже арбу на 3 вкачал. Так, тут. Ох, Нюкс, хороший подкоп. Будет второй. Так, второй юзнул. И прыгает, все, убегает. 6-й левел, вот вам 6-й левел. Думаю, Нюкс, ну да, он, понятное дело, на базу вернется, отхилится. Ну, скорее всего, ману, да, пополнит. Будет ли ганг от Нюкса? Вот это мне больше интересно. Гангирующий хардлайнер. Это что-то новенькое. Нет, все-таки Сларк возвращается к себе на линию. Так, Бэйн заходит за спину Бристлбека, сразу вслипываю. И, ну, и стрела, хорошая стрела, много дэмэджа приливается, 100 хп и минус! Аппарат забирает Бристлбека. 3-0, пятая минута игры. Вайпер, я смотрю, у нас через меку будет вариться, хедреска появилась у Вайпера. Ну, бутылка, да, ну, бутылка, это понятно, это почти каждый мидер собирает. И у нас тут Сларк будет за Таврку заходить. И на Кристал Мейден готовится запрыгнуть. Дримкоил. Ой, Дримкоил, к сожалению, в одного. Но через арбу минус. Пак забирает Кристал Мейден, ультует Сларк и уходит. Все, ничего не смогли сделать, ребят.
Просто, ну ладно, Dreamcoil, конечно, только в одного. Ну, главное забрать. Главное, хороший ганг. Забрать хотя бы одного уже неплохо. Тем более, кулдаун ультимейта там 7 секунд. Ну ладно, 85, но уже осталось меньше минуты. Так, ну что, у нас пак уже активирует руну невидимости, и будет еще один ганг. Да, ребята, ребята, спокойно, спокойно. Прыгает сразу же на баншу. Банша сало дает, арба полетела, и связка очень хорошая. Сларк забирает Дед Профитку. Еще один килл забирают. Можно считать, ну, кто у нас? Дед Профит, а считается Керри. Ну, в данной трипле. Поэтому забрать Керри. Вау. Это нечто, ребят. Да вы жжете. 6. Нет, пока еще 5-0. 7-я минута игры. Кстати, курьер очень прикольный у команды. Это что-то вроде. А, не могу, ну жаль. Ну, типа маленькая Нага сидит на скаде. Так, ну ладно, ладно. Dreamcoil уже почти откатился. Что у нас у Бэйна? Бэйна третий. У аппарата четвертый. И кого-то я потерял. Так, Мирана шестой. И есть ульта. Базилка сейчас уже появилась. Слушайте, ульта. Можно как-то идти уже без смоков. Можно так пойти гангели устраивать. И вот Нюкс. Нюкс готов уже заходить. Что-то к нему еще летит. Ботинок летит. Хм. А что Нюкс будет делать? Он же не сможет подкоп сделать. Без... без Вендетты, да, точно. Ох, ох, хороший Карпас, сразу же подкоп, Пака, Пак на арбе полетел, берет хосту, активирует ее, выпивает бутылку, будет выпивать, не, выпивает, да, нормально, и возвращается обратно, есть Dreamcoil, можно как-то зацепить, Вайпер уже отошел назад, ему, ох, подкоп, подкоп хороший, опять уходит, у него Нюкс уходит под таверку. Нет, под таврку надо было. Dreamcoil, сало кастует. И... ох, Карапаса. И арба. Минус. Сларк тем временем еще и Вайпера забрал на миду. Зеленая кровь. Ужас. Кстати, у Вайпера появился буклер, но это его особо не сейвит. 2 килла. Еще 2 килла, ребят. 8-я минута. 7-0. Я думаю, это будет, ну, не самый быстрый гейм, потому что в пуше все-таки пока команда никак не стремятся. Но вот по киллам, если так продолжится, ребята просто от безысходности пропишут GG. Так, и телепортируется у нас пак в смоуках. Тут у нас еще Бэйн. Ну, Бэйн, я думаю, пешочком он такой. Ну, зачем мне тратить телепорт? Я могу спокойненько дойти, когда еще у меня останется халявная голда. Так, ну что, Dreamcoil, 20 секунд кулдауна. Ну, Сларк на самом деле герой сильный, и вот Бристлбэк тут. Так, на фазах, братиш бежит. Бежит! По таверку бежит! Слушайте, ничего не боится. Может, ну, у него еще ульта, да. Вот так, Карапаса юзает Нюкс. И прыжок не очень хороший. Арба полетела, сало сразу же кастует. Прыгает пак. И Dreamcoil. Ну, 3 секунды, лол. Инвиз. Подкоп хороший. В Сларка зацепляет. И инвиз пока от Мираны. Мирана вот тут фармит. Так, ушел. Сало. Сало на паке. Но все еще они в инвизе. Уже втроем тут, ребята. Арканчики прожали. И пак будет юзать Dreamcoil или... Dreamcoil в одного. Хороший подкоп. И все равно минус. Пак забирает Бристлбека. Пытается уйти Сларк. Ну, таечка. Последняя тычка все равно забирает его. И Дед Профитка забирает Сларка. 500 голды за него зарабатывают. Тут чуть еще и пак не умер. Но хорошо, что у него все-таки маны на арбу осталось. Кстати, у Сларка 1900 золота. А это значит, что у нас будет вряд ли аркана. Хотя он куда-то идет. А, за реген. Ну, регена вообще повезло чуваку с руной. Это хорошо. Ну, это, соответственно, у нас будет фаст-дагер. Да, дагер — это хорошо. Так, команда ДВТ зажимает у нас глиф, и будет какой-то ДФ. Dreamcoil пока 30 секунд кулдауна. Что-то где летит. Летят. Мека летит уже. И варды. Мека появилась. Отлично.
Так, ну и Deny Tower. Аппарат с Deny Tower. Тем временем Мирана пока стоит на фармит, фармит, и никто ей ничего не мешает, и еще и при этом таврку пушит. Вот тот самый даггер появился у Пака. И вот ребята тут уже на миду втроем, Дримкоил откатился, можно как-то залетать. Сларк сейчас еще подойдет, и аппарат. Но у аппарата есть уже шестой ультимейт, есть шестой левел, можно юзать его. О, хорошо залетел, сразу же дал. Ох, хорошо. И аппарат ульт сюда. Ох, как много дэмэджа. Аппарат забирает нюкса и вайпер. Ульт, ульт. А в кого? А, в Сларк. Ну, смысл в Сларк. Сларк сейчас ульт и отхилится. И Сларк, кстати, не боится и бежит дальше. Провязал барабаны, бежит за Бристлбеком. Нет, ну, не стал догонять, ушел. Ну что, это еще минус 2 и получается 10 в 1. 10 в 1, и ребята продолжают пушить тавр. Мирана, кстати, сюда пришла. Мана только либо на стрелу, либо на... либо на инвиз. Так, Банша телепортируется на мид. Будут сейчас что-то дефить, или я не знаю, что они сюда собрались. Глиф зажимается. Глиф зажали, ребята! Вот это вы долго думали. Поздний глиф. ПТ появляется у Бристлбека. Последим пока за капитаном 34. Что мне тут пишут все в скайпе? Так, с ультимейт от Crystal Maiden. Аппарат сразу же с ультом залетел. Но, кстати, ульт очень хорошо довольно-таки. И все равно забирает нюкс Бейна у нас. И минус на вайпера. Вайпера обменяли, Миран забирала. И... так, Dead Prophet-ка будет... ой, зря, 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 зря! Ой, уходи отсюда, аппарат! Ну, зря! А-а-а! Ну, аппарат думал, конечно, что за ним гонятся. Ну, ладно, хотя бы убить нейтралами, что тоже довольно-таки неплохо. Ну, по крайней мере, его не профетка забрал. От испугу, конечно, аппарат помер. Ну, ладно. Кстати, вот Нюкс сейчас юзнул из Вендетты крит по Миране, но Миране... а подкоп... просто маны не хватило на подкоп. Ну, вообще, на много чего. И Дивардит Вард. 50 голды. Так, ну, ребята тут вчетвером. Тут кроме кого? Тут Нюкс... Кристал Мейден. Ну, тут только Бристлбека нету, да? Бристлбек у нас фармит пока. ПТ-шечка появляется у Пака. И сюда телепортировались Мирана вместе с Бейном, да? И кто тут у нас? Аппарат. Аппарат и Пак. Ну, слушайте, ульты есть. Ульты есть. Надо только хорошо зайти. Надо вот Миране раскастовать. А, у Бейна только-только еще шестой появился. Это тоже хорошо. Слушайте, это минус один. Ну, я имею в виду, пока Бейн одного убивает, это будет даже минус 2. Так, у нас тут Сларк еще пытается принять Бристлбека. Сколько дэмджи приливается от первого скилла? И одна тычка. Ну, прыгни или, ну, стукни его. И все равно минус. Сларк забирает Бристлбека, замораживает цемочка. Ну, Сларку как-то пофиг. И тут тем временем еще Бейн забирает вайпера. И это минус 2, ребят. Это вместе с ультимейтом Бейна. И таврка еще и падает. У Сларка появляется тем временем еще Лотар. Сларк с файзами, лотаром и барабанами. Слушайте, шустрый парень. Хороший довольно-таки вард. Он видит и здесь, и здесь. Раздевардили два варда. И Нюкс бегает тут в лесу. Без маны причем. Так, ну что, сейчас ждет, пока Вендетта, наверное, проюзается опять.
Летит сюда курица. Курица летит. Лол, спалилась курица. Забирать сейчас, конечно, будут курицу. Ну, Аслар, куда ты бежишь? И, ох, подставился тут Нюкс. Будет, наверное, Карпас вязать. Нет, все равно умирает Вендетта из Нула. И Славик забирает Нюкса. И курицу еще сольют. Минус курица. Ребята, первый курьер. За гейм. 14-3, 16 минута игры. Это 175 голды всем. И Дримкоил вязается в Кристал Мейден. Кристал Мейден сразу же сало. Арба полетела. И минус. Пак забирает Кристал Мейден. Жалко, что аппарат разлетелся все-таки. Но у нее там 30 секунд кулдаун. Вообще не страшно. Так, будет, есть слип. И тем временем еще профитку забирает Сало. Хорошая Сало, минус. Сало забирает дед профит, и будет ульта от Бэйна. Нет, ульт пока от Мирана, и минус, конечно, Бэйн умирает, к сожалению. Но зря не раскастовался Бэйн, я думал, он ульту даст. Так, фласочку привязал аппарат, у него почти 9-й левел. Тут есть пак, пак с маной. Но без дримкоила, сюда телепортируется ЦМ-ка. Ребята вчетвером, но без Бэйна. Бэйн тоже сейчас скоро появится. Может Миран. Мирана стрелу упустила. Хорошая стрела в ЦМ-ку залетает. И аппарат раскастовался. Минус. Миран забирает Кристал Мейден. Очень хороший ульт от аппарата. И что, ребята прям на руне. Ну, руну, правда, не видит. Это хорошо. Так, Мека. Мека зажалась. 10 секунд до Меки. И профит. Ну, профит без ульты. А что у нас профит, кстати, собирает? Это Блустоун. Да? Это получается у нас был Soul. Что у нас тут? Ну, Soul Booster, понятное дело, и Bloodstone. Так, а у Дума... Ой, у Дума, говорю, у аппарата у нас будет фас Аганим. Ну как фас? Минуте, я надеюсь, 20-й после хорошего замеса все-таки он будет. По экспириенсу вы видите, что за 12 тысяч и по золоту у команды ДВД и подставился Нюкс и умирает от Миранной стрелы. Сало по троим. Хорошее сало, но, ребята, нет инициации. Еще 30 секунд кулдауна у Dead Prophet. Так, и очень много дэмэджа у Сларка приливается. Сларк только не... А, уль, он в ульте. Так, и ульт зацепил Бэйна. Кристал Мейден. Кристал... Так, забирает. Дабл килл совершает Миран, забирав Кристал Мейден. А пора, кстати, Бристал Бэка забрал. Мега сжимается. Пак забирает Вайпера. Минус 3. Минус 3 команды делают. Продолжает бить. Сларк заберет же, видите. Ох, одна тычка. Минус! Сларк забирает Dead Prophet. И это минус 4. Вот пак просто, ну, красный. Все красные ушли. 22-5. И Нюкс. Нюкс еще. Тут Карапас узает. И хороший Карапас. Подкоп не очень хороший. Ну, понятно. Сларк тут не заберет. У него маны нету. Ему надо мана. 2400, Сларк что-то будет... Нет, Сларк телепортируется просто на базу. Что-то сейчас будет себя приобретать. Продает читок, окей, 2600. Это у нас что, это будет МКБ или это будет Башер? Так, Смоука юзается, ПТ-шечка появляется у Вайпера, и Смоука, что у Пака появились, но он их юзнул, по-моему, что у Бэйна. Или Бэйн. Не-не-не, все-таки к Бэйну летят. И еще появилась у Бэйна урна. Что тоже довольно-таки неплохо. Во время замеса там настакается. И можно будет отхилить кого-то. Так, Сларк в лотарии подставил Сэмка. Один, два. Ну, два скилла, тычка, все, минус. Сэмка вообще тонкая, ей бы как... Я не знаю, ей бы что-нибудь потолще или вообще одной не ходить. Сларк, хороший прыжок. За Бристал Бэком в спину бьют и пофиг, что в спину. Просто изи. Легко забирает. Тут сон, арба полетела. Ультимейт от Вайпера в Бэйна. И Мека сжимается. Все равно минус Сларк забирает Нюкса. Аппарат немного кривовато ульта удал. Или стоп. Нет, все-таки кривовато. И опять минус 4, черт возьми. 26-5. 20-я минута игры. Ребята, вы о чем тут идет речь? Это GG. Тут даже не вытащит никто. Да, все-таки у Сларка это Башер. Ну да, там либо то, либо другое, но Башер тут больше подходит. Телепортнулся сюда Вайпер. Мирана с Дизолем. И Яши, и Огр Клабом. Это будет Монта.
Так, ну что, Пак у нас идет по верхней линии, и маны у него, к сожалению, нет, так что в замесе он уже ничего не сделает. Так что, ребят, вы лучше отступите, мне так кажется, вот телепортируется на обратно на базу, но ребята пока особо не агрессируют. Вот Миран запускает стрелу, ой, стрела не очень четкая, ну, наверное, на ход стрелял, и, кстати, все равно это минус будет, минус, Миран забирает Кристал Мейден, и никто сюда на помощь не придет, только вот Сларк бегает, бегает тут. Мирана пока пушит Таврку, забирает Вайпер. Вот сейчас подойдет, наверное, раскастует ульт. Ульта сразу же в Мирана кастуется, и Снарк в инвизе бежит, бежит за этим Вайпером. Ну, Вайпер сейчас подставится. Да, подставляется под прыжок. Снарк набирает инту, и стрела. Хорошая стрела, минус. Снарк забирает Вайпера. И что, это уже минус 3. Кстати, там тем временем еще и Бейн с ультом забрал